Всем привет! И вы на канале Сестричек. И сегодня у нас челлендж. Топинг челлендж! Вместе с каналом Влада Ла. Привет, Влада! Привет, банда! Привет, друзья! Привет, Маргарита и Ксюша! Ну что, готовы к нашим супер заданиям? Сейчас мы их вам нарисуем. Да, держитесь! Это будет крутой челлендж. Да. Мы нарисовали друг другу разные продукты, который мы должны угадать. Ну а, конечно, Влада должна угадать наши. Сейчас мы приехали в магазин и пойдем за покупками. Ребят, не забывайте зайти на канал Влады, посмотреть ее видео. Угадает ли она наши рисунки? Ну что, побежали? Ну что, ребят, вот и первый рисунок. Это желейные червяки. Ты думаешь? Да. Я думаю, что это настоящие. Потому что здесь нет настоящих. Да, смотрите, ребята, это точно червяки. И они разноцветные. Угу. Значит, это? Мармеладные червячки. Да, мармеладные червячки. И мы как раз здесь. Так, надо искать. Так, а если мы не найдем червяков, если у нас их не продают? Они у нас не продаются. Нет. У нас если нет червяков. Не-а. Тоже нет. Нету червяков. Это что? Это бутылочки? Так, у нас проблема. У нас червячков не продают. Наверное, надо идти в другой. А в каком магазине еще есть червяки? Я думаю, что... в тот же раз там уже есть один отдел. Надо стичь. Так, ладно, в общем, мы червячков пока оставим. Да. И будем искать другие. Так, следующий. Потому что у нас здесь червячков не продают. Ну что, давайте следующий рисунок. Это что? Так, ребят, вот смотрите, девочки. Это вонючий. Рисунок. Это вонючий сыр. Ну, видно, что это сыр и пар еще. Вонючий. Ребята, пишите в комментариях, если вы угадали какой-то продукт. Ребят, мы думаем, что это сыр. Но... вонючий. Сырок. Как вы думаете, что это? Сыр вонючий. Так, девочки, следующий рисунок, давайте. Так, следующий рисунок, вот он. Ребят, ну что? По-моему, тут все сразу понятно. Что это? Попкорн. Да, ребят, напишите, как вы думаете, что это? Мы думаем, что это... попкорн. Так, а где мы будем искать попкорн? Не знаю. Разве продается здесь попкорн? Я, кажется, знаю. Попкорн. Пойдем. Есть. Этот, есть же коробки, которые не готовы? Да. Нет, это сухофрукты. Я знаю, где, девочки, вон там попкорн продается. Я думаю, ну знаете, он продается не готовый. Он продается именно в зернышках. Вот он. Вот он попкорн. Синий, давай синий возьмем. Нет, это синий. С маслом. А какой это надо? Просто это просто это, соль. Это с маслом. Не нравится вам с маслом? Да. Соли. Давай с маслом. Давай соли. С маслом. Короче, берите с маслом соли. И с солью. Хорошо. Как здесь один на... Ну, не важно, в общем, попкорн здесь нарисован. Так, все? Дальше. Дальше что это такое? Париж? Мы что, в Париж поедем? И круассан. Париж? Ага. Что это? Круассан. Круассан. Значит, идем искать круассан. Так, я знаю, что они здесь есть. Но они здесь. Они знаешь, где просто там, где хлеб? Пойдем. Быстрее бегу. Вот они. Давай, пакетик сначала взять надо. Это неси к папе. Давай вот пакетик бери. Да, вот он. Большой сильно, он-то маленький. Только большие, ладно, бери большой. Бери большой. Да? А нет, вот. Так. Раз. Сколько возьмем? Давай возьми два. Сейчас в дороге покушайте. Давай разные. Давай. А для мальчика Каролина не кушает. Еще один вот такой же возьми.
Еще один такого. Четыре надо. Максимум. Шесть. Нет, они много не будут. Еще этот. Половинку максимум и половинку. Да? Мы не нашли червяков. Мы это не знаем пока еще что. Так, круассаны купили. Попкорн купили. Сыр вонючий. Пошли искать сыр вонючий. Бегом. Вон там. Нет, вон там. Взять, не надо, папе на это. Папа сам возьмет. Нет, вонючий сыр именно вот такой вот с плесенью. С плесенью сыр. Нет, это не с плесенью сыр. Да, это с плесенью. Нет, нет. Знаешь, что такое плесень? Нет. Который внутри там какая, так, а как зеленая. Так, кто у нас потом будет этот сыр кушать? Я. Я. Тебе нравится сыр с плесенью? Я попробую. Так. Ну, все равно надо выпылиться далее. Так, не бывает в Швейцарии, не бывает такого, чтобы не было сыра с плесенью. Понимаешь? Должно быть. Да, должно быть. Это вонючий. Ну, фунты здесь есть. Так, нет, это не это. Ребят, нашли мы вот такой вот сыр. Ну, здесь нету дырочки. Да, только здесь дырочек нету, но вот здесь есть плесень. Поэтому берем этот сыр. Я-то скушаю его. Да? Так, ну что нам еще осталось? Вот это вот нам осталось угадать. Что это? Только это? Нет. Так, червяков мы найдем. Так, ребят, что может быть? Кит и кошка. Кит плюс кошка. Что может получиться? Что надо купить? Кит и кошку? Нет, подожди. Это должен быть такой продукт. Кит плюс кошка. Может быть, это рыба, кошачья еда? Нет. Ну, кошачья еда. Еда, кошка любит кит. Или кошка любит рыбу. Или, может, ребят, напишите, как вы думаете. В общем, кит и кошка. У нас китов не продают, к сожалению. А-а. Кит плюс кит плюс... На английском кит and cat. Кит-кат. Кит-кат! Пошли искать кит-кат. Ну, вы даете. Вот. Влада, ты вообще молодец. Не, ну надо же так придумать, а кит и плюс кошка, вот честно. Кит-кат. Все правильно, кит и кошка кэт. Кит-кат. Пойдем быстрее искать. Кит-кат. Где мы найдем кит-кат? Пойдем искать кит-кат. Пошли быстрее. Нет, это мороженое, нам нужен кит-кат искать. Здесь нету кит-ката. Здесь в Швейцарии не продают кит-кат. Так, а если... Вот он. Так, мы думаем, что это кит-кат. Вот давай сравним. Сравним, похоже? Кит. Да, вот кит и кат. Ладно, только тут, конечно, с другой буквы написано. Но, в общем, мы думаем, мы угадали. Я надеюсь, что это не еда кошачья, а вдруг это еда кошачья. Кит-кат нам хватит. Так, а все, зачем в общем... они? Зачем Влада тогда нарисовала кита, ну, а не рыбку? Ну, может, она умеет так рыбу рисовать. Может быть, она умеет... Это не кит, а рыба. А почему тогда отсюда выходит вода? Ладно, хорошо. Кит. Ладно, все, ребят. В общем, кит-кат. Если вы думаете, что это кит-кат, то ставьте лайк. Так, что мы не нашли, ребят? Мы не нашли эти червячков. Но мы сейчас пойдем в другой магазин. И там должны быть они... А можем мне купить? Давай возьмем Мишу. Вдруг мы не найдем червячков. Мы просто они у нас пойдут за червячком. Нет, вот это. Мишки. Эсо. Они у нас пойдут вместо червячков. Да. Если вдруг мы не найдем. А если это правильно, Влада? В общем, ребят, как вы думаете, мы угадали все продукты? Может быть, мы где-то что-то перепутали? Пишите ваши варианты. Это не... Это будут червячки. Да, пишите ваши варианты, как вы думаете... Что Влада нам нарисовала? Мы думаем, что мы угадали все. Так, нет, а мы идем искать это. Нет, нет. Другой магазин желейки. Нет, там второй. Второй раз, пойдем. Там не второй серии, там тоже как бы типа, но это не вторая. Там...
показано в Кладбище Кукол. Там тоже есть на первой серии Кладбище Кукол, там тоже есть на так, давайте, где червячки? Вот червячки. Нет, где-то мармеладки должны быть, наверное. Ищи мармеладки. Ну что такое? У нас что, дефицит этих, что ли, червяков? Я же вот видела, недавно только продавали. Так, ну что, мы нашли вот такие вот червячки. Они тоже мармеладные. Да, вот здесь даже нарисовано. Да, они мармеладные, только они немножечко такие с посыпочкой. Да. Так, ну что, тогда эти возьмем? Да. Смотри, или вот здесь мам, есть. Здесь есть большая кока-кола, здесь большая... Сёстка, здесь большой. Так, здесь только мишки, здесь нет червячков. Мам! Здесь тоже нет червячков. А сейчас мы проверим, правильно мы ли купили или нет. Первый рисунок был с желейными червячками. Ну, мы и так думаем. И мы их нашли. Ну что, девчонки, круто справились с заданием. Ну, а сейчас правильные ответы. Итак, что же это было? Желейные червяки! Ура! Мы угадали эти червяки! Дальше. И следующий рисунок. Мы думаем, что это круассан. Вот. Мы его купили. Какой навагнит. Круассан. Круассан. Мы угадали второй рисунок. Это круассан. Да! И следующий рисунок нам понравился больше всех. Вот такой вот кит-кат. 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 Кит-ит-кат. Да, это я рисовала. Да, это Влада рисовала. И это тоже. И вот это все Влада рисовала. И третий рисунок тоже правильный. Да! До пять. Тащ. И следующий рисунок это вонючий сыр. Ну, конечно же, с плесенью. Ну, он не вонючий. Вонючий. Ну, сейчас мы проверим. А вот этот шедевр от папы, это сыр с плесенью. Вот так. Вот так папа изобразил вонючую плесень. Чего вонючим? Я очень люблю сыр с плесенью. Ну, он же все равно воняет. И четвертым рисунком мы тоже справились, хочу попробовать. А теперь проверим, вонючий он или нет. Пахнет фондю, вкусно. Хочу попробовать. Можно попробовать. А я хочу попробовать. Смотрите, ребят, здесь плесень. Кушаю. Здесь тоже дырочки. Хорошо. А можно здесь кушать плесень? А? Можно. Ой, мама. Ой. Хватит, Ксюша. Хозяин. Пока. Вкусно. Но много не буду кушать. А видео продолжать буду я одна, потому что Маргита ушла за вонючего сыра. Что ей пахну. Давай садись, я убрала сыр. Вот там. Хорошо. И последний рисунок. Мы думаем, что это попкорн. Попкорн. Ксюша еще воняет. И Владкин шедевр даже с такой подсказкой, как попкорн. Поп-музыка. Поп-музыка, популярная кукуруза под музыку. Ну что, мы погнали теперь с вашими заданиями справляться? Да. В общем, мы тогда собираемся в магазин. Пойдем одеваться. Погнали. Пошлите. Ура! Мы справились со всеми заданиями. Спасибо, Влада, что ты участвовала в этом челлендже. Нам он очень понравился, особенно сыр. Нам очень интересно узнать, если Влада справилась с нашими заданиями. А вам тоже интересно? То тогда пошлите смотреть видео вместе. Ссылочка в описании. Пока! Пока-пока! Побежали, Ксюш. Пожалуйста, я сыр возьму. Фу, Ксюша, нет!